И уже есть результаты сдачи ЕНТ за 4 июня. По оперативным данным Департамента по контролю в сфере образования Северо-Казахстанской области, лучший балл показали учащиеся Акаинского района – 84,2. У школьников Казаужарского района – 80,8. У учащихся Мамлютского – 79,2 балла. Максимальный результат третьего дня ЕНТ – 120 баллов – проявил себя выпускник средней школы номер 5 города Тайнши. Лучший результат среди школ показали выпускники Бастандыкской средней школы Мамлютского района. Средний балл – 105,75.